Всем привет, друзья! Вы на канале Эксперовид, меня зовут Виталий, и сегодня представляю вашему вниманию довольно-таки неплохой онлайн-шутер от первого лица с элементами паркура Rogue Agents. Сперва вы столкнетесь с двумя проблемами. Первое — это управление, которое здесь немножко необычное, но спустя пару каток эта проблема исчезнет сама по себе. Вторая проблема — это оптимизация. Разработчики нам ее, к сожалению, не завезли. Но это не делает игру хуже, потому что в ней есть своя изюминка. Именно паркур, друзья. Давайте теперь уже посмотрим на саму игру. Итак, друзья, все, я появился. И, к сожалению, вы не увидели, как я сделал 2 килла. Значит, меня начинает бить, как всегда, оптимизация. Первое. Мы всегда должны определиться, в каком режиме мы должны находиться. Есть режим огня, есть режим бега, режим паркура, поэтому постоянно мы должны это все переключать сами. Так, давайте я прыгну сюда. Тихо, чужой. Да, чужой. Перезарядка. Ой, я кувырок сделал, тихо. Ух ты, вы это видели? Да ладно, я могу так делать? Так, стоп, что за беда? Стоять, давай, нормально, что было. А, не, мне показалось, что я по стенке побежал. Стоп, а я отсюда могу запрыгнуть на это здание? Да, могу. Давай, 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 давай. Нет, не могу. Давайте залезем на это здание. Так, а если я захочу запрыгнуть... Блин, ну что за беда, а? Блин, я хочу просто как можно выше залезть. Ага, я понял, можно даже так делать. Ничего себе. Ёпта. Ладно, побежали отсюда. Эй, я хочу слезть. Что мне делать? А, кувырок, возможно. Да, все, нормально. Вижу, чужой. Есть килл. Чужой. Так, убили, да? Единственное, я не пойму, почему у меня не накапливаются баксы. Но, возможно, из-за того, что я не зарегал логин. Но там просто по-дебильному так все предлагает на самом деле. Есть. Откуда, откуда, откуда? Ладно, убили, окей, молодец. Вот не знаю, после каждой катки обычно нам дают там всякие заработанные очки или тому подобное. Просто от этого зависит, там, какой скин можно взять, оружие улучшить или что-то в этом роде. Но я пока не могу этого сделать. Так, туда, да? А, то есть мы просто можем где-то что-то шариться, все здесь пройти и получить какие-то забавные прикольчики. Отлично, мне это нравится. Мне нравится с высоты прыгать и цепляться за что-то, это нереально круто. Так, это свой бегает, да? Так, а что он сюда гранаты кидает? Ага, вижу. Тихо, тихо, стой. Отлично. Так, там. Откуда, блин, ты стреляешь? Ага, все, вижу. Но не вовремя. Бля, меня еще и убили. Все, пошлите. Я еще не пойму, мы, по-моему, появляемся почти где угодно. Так, это свои. Вижу чужой. Стоп, где? Откуда? А-а-а! Вот собака, а? Так, это он где-то здесь, да? Ладно, сейчас надо к себе же залезть и вынести, потому что в спину бьет. Так, я вообще где нахожусь? А,
Ага, это он здесь, получается, был тихо. Вон, вижу. Так, это свой. Блин, кто вынес? Где он? Так, мне показалось, или тут кто-то только что... Понятно. Но, если честно, локация со снегом мне как-то нравилась больше. Куда ты под меня бросаешь? Я не пойму, мы выигрываем или проигрываем все-таки? Блин, блин, блин. Мне чуть-чуть осталось подбомбить, и я погибну. Ага, он туда пошел. Давай, давай, залазь за ним. Да ёб твою мать, нехай. А я не могу так атаковать, да? Окей. Блин, там мне туда надо. Да ладно, пипец. Я так хотел их вынести. Короче, друзья, вот такая вот игра. Долго в нее играть не буду, потому что, ну, оптимизация мне немножко все-таки не дает нормально за нее поиграть. Но сама по себе игра довольно-таки классная. Просто надо будет в нее зарегаться, именно без никакой записи, без ничего. Тогда все более-менее нормально, только пару лагов можно словить и не более того. Но игра, ребят, имеет место быть. Я буду ждать, пока в нее все-таки ведут оптимизацию. И мне кажется, что в будущем тут все нормально получится именно из-за того, сейчас такое, потому что недавно только вышла из бета-теста, поэтому понятное дело, что есть свои какие-то промашки. Ну а вы были на канале Экспировид, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, ссылка будет в описании, ставьте лайк, будет больше, будет лучше. Всем спасибо и всем пока.